Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время посещения учебного центра Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Москве сообщил о совместных планах МЧС России, Министерства просвещения и партии «Единая Россия» создавать центры системной подготовки волонтеров в регионах. Добровольцы смогут получать знания о безопасном поведении в кризисных ситуациях, оказании первой и другой помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в результате чрезвычайных ситуаций.